В Петропавловске отменили приговор в отношении полицейских, обвиняемых в избиении Ивана Рожнова. За это сельские инспекторы уже отсидели почти 1,5 года. Но по сегодняшнему решению они могут выйти на свободу под залог. Что это означает и как понимать судей на этот раз? Спросим у нашего корреспондента Ольги Витукевич. Ольга, поясните нам, пожалуйста, ситуацию. В судейской среде, коллеги, это обычная практика, но вам однозначно на этот вопрос я вряд ли смогу ответить. То есть под напором новых доказательств и признаний апелляционная инстанция отменила все предыдущие решения, но теперь это дело будет рассматриваться заново, с новыми свидетелями, с допросами и уже новым судейским составом. Напомню, что сидеть оперативником за избиение подозреваемого в краже школьного ноутбука предстояло 5 лет. С этой минуты экс-полицейские уже не осужденные, но пока отправляются в тот же следственный изолятор. Вот это событие сегодня отмечали прямо в зале областного суда. По словам защиты, это маленькая, но очень важная победа. Ребята считаются невиновными на сегодняшний день после вынесения постановления кассационной инстанции. Будут ли они признаны в дальнейшем виновными или они будут оправданы, все зависит от того, как суд апелляционной инстанции рассмотреть дело, к каким он выводам придет. Бывшие полицейские Руслан Козырев и Кайрат Сосенбаев до сих пор не признавали своей вины и настаивали на том, что пальцем не тронули пострадавшего. Говорят, что решающей стала запись, размещенная в интернете сторожем школы. Откуда украли ноутбук? Да, сторож Александр Черноусов прямо в сети заявил, что его замучила совесть, потому что он солгал. В основном на его показаниях и строилось обвинение оперативников, а заключалось оно в том, что якобы полицейские выбивали из школьного лаборанта признание в краже ноутбука и довели парня до того, что он сбежал от побоев в лес, 40-градусный мороз, чудом остался жив, но остался без ног. Дело было в прокуратуре, столько было нарушений, как прокуратура вообще допустила дело в суд. Столько было нарушений финансовой полиции. Как прокуратура допустила? Я же живу в правовом государстве. И я не буду плакать, я сильная женщина. Я не могу. Пострадавший требовал от ДВД области взять ответственность за своих сотрудников и выплатить ему 5 миллионов тенге. В итоге суд снизил эту цифру до 700 тысяч. Если обидчиков полицейских оправдают, то в этом деле можно ждать новый поворот и, возможно, не один. А пока защита обвиняемой стороны готовится ходатайствовать об освобождении оперативников под залог. До сегодняшнего дня это было невозможным. Не знаю, коллеги, ответила ли я на ваш вопрос, но пока в этом деле ставить точку рано. Астана. Я думаю, на все время покажет. Спасибо, Ольга.